Я сижу на диване, мои руки в кармане, в голове куча хлама, я не выпил ни грамма, не включал телевизор, не ходил в интернет, потому что сегодня настроения нет. Я без настроения. Наверное, самое время перейти яку в рот. На часах 3 минуты, 3 минуты 6-го. Настроения нет. Ну и что здесь такого? Я без настроения. Разбудит, и я думаю, завтра настроение будет. Я без настроения. Уже 3 года, как Дмитрий Викторович в этом месте играет кусочек из Виктора Цоя. Давай, Дмитрий Викторович, красиво!